Сегодня 2 июня 2011 год. Я и брат Владимир ездим по деревням, расклеим вот такие объявления. Держи о пока. Православном трудовом лагере Стани. А сейчас мы были в селе Покровка. Это уже третье наше село, где мы расклеим объявления. Первое Мамонтово, второе Малой Бутырки и Покровка была. И поедем сейчас в Буканку, а дальше Катниково. Заехали в лес, сними лес здесь немножко, и отдыхаем на природе. Кратко сейчас помолимся. Мотоцикл остынет, сегодня жарко, по 30 градусов, поэтому мотоцикл греется. Но по милости Божьей мы не ломаемся. Слава Богу за все. А примерно какой это лес? Это Космолинский, Космолинский ленточный бор. Вот туда налево это Алейск туда. А сюда Буканка и на Мамонтову дорога. И на Потеряевку. Вот где мы находимся. Воздух чистый, свежий. Пахнет сосновым лесом. Аллилуйя. Дивные дела, аллилуйя, твои, Господи. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. А число говорили мы, да? Да, я сказал. 2 июня сегодня. Слава Христу.